Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Mitsubishi Pajero 4. Мобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Разобрали краткий обзор штатной шумоизоляции. Пол, багажник и практически голый металл, кое-где вибропласт присутствует. На задних арках по небольшому квадрату. Крыша голый металл. По дверям смотрим. Ни единого куска, ни шума, ни виброизоляции нет. Пол в салоне кое-где вибропластом обработан. Владельца не устраивает данная шумоизоляция. Готовим поверхности и приступаем к исправлению. Закончили клеить вибропласт на Pajero 4. Проклеен у нас пол в багажнике, проклеены задние арки. Тщательно прокатываем валиком. Также проклеен пол в салоне. Двери проклеены первым слоем вибропласта толщиной вот 3 мм. Вступили наносить второй слой. Это мембранная шумоизоляция Integra 6 мм. Продолжаем нашу работу. Где закончили клеить шумоизоляцию на Pajero 4. Проклеена с мембранной шумоизоляцией пол. Багажник используем Raptor 4 мм. Также мембранную шумоизоляцию наносим на задние арки и пол в салоне. Используем блокшот толщина 7 мм. Третий слой нанесли в дверях, вибропласт толщина его 2 мм. Четвертый заключительный слой мы наносим на дверные обшивки. Шумопоглотитель Expert 15 мм. Автомобиль готов, собираем, проверяем. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!